Всім доброго та сонячного ранку! На календарі вже перший місяць зими, а це означає, що Новий рік приходить до нас в гості. Саме час прикрашати оселю та ялинку. Сьогодні разом з майстринею Анастасією ми будемо виготовляти новорічні іграшки своїми руками – символ Нового року. Отже, Анастасія, що нам потрібно для того, щоб зробити таку іграшку? Для того, щоб приготувати таку іграшку, нам понадобиться клей ПВА, кукурузний крахмал, вазелиновое масло и глицерин. Для основы мы берем игрушки обыкновенные, краски, акварель, гуашь, любые, а также блесточки, лак для ногтей и подручные средства. А также необходимо будет салфетки. Анастасия, что нам потребно спочатку сделать? Для начала нам надо все ингредиенты перемешать. Берем клей ПВА, мерную ложку и заколачиваем. А дальше нам необходимо взять салфеточку и ее в клее размочить. Можно кусочками накидать. Дальше нам необходимо размешать хорошо, чтобы наша бумага раскисла. Дальше нам необходимо будет добавить жидкости. Это вазелиновое масло и глицерин. Для этого нам необходимо взять чайную ложечку, пол чайной ложечки вазелинового масла и где-то 1/4 глицерина. Добро, давайте вам допоможу. Дальше мы хорошо, тщательно все перемешиваем. Дальше нам необходимо будет добавить кукурузный крахмал. Пропорция где-то 1 столовая ложка на 1 столовую ложку ПВА. Мы тщательно все перемешиваем, и у нас должно получиться такое вот тугое тесто. Дальше нам необходимо эту смесь мешать руками до однородной массы, чтобы получился как мягкий пластилин. Нам необходимо будет руки смазать, чтобы этот холодный фарфор он не клеился к рукам. Поэтому мы смазываем ручки. Мы будем уже какие-то формы делать? Ну, для начала нам надо заколотить тесто, а потом уже мы будем приступать к лепке. А чем краще смачивать руки? Можно вазелином, можно вазелиновым маслом, можно воспользоваться детским кремом или подсолнечным маслом, любым средством. Теперь мы берем это тесто и вымешиваем руками хорошенько. Давайте вам допоможу. Правильно роблю? Да, надо вымешивать, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Что мы далее делаем с тестом? Ну, теперь мы должны его покрасить. Можно взять для этого краску, розовый, например, цвет сделать, или взять вот такую вот самозатвердевающая глина, детская, зефирная, и просто добавить чуть-чуть в наш холодный фарфор. Возьмем розовую краску, чтобы наша хрюшка была розового цвета, и совсем немножко добавим наш холодный фарфор. Нам вистачить цієї кількості фарби? Нам необхідно зовсім чуть-чуть, щоб був у нас цвіт єлі-єлі розовенький. Тепер нам необхідно буде холодний фарфор запрятати в пакетик, щоб він не обвітрювався. Тепер нам необхідно взяти наші шарики як основу і приступаємо до кліпки. Так, добре, я тоді візьму собі рожевий. А мені давайте подавити. Вам сіренький. Тримайте. Что далее мы с ними делаем? Ну, теперь мы, нам надо будет какую-нибудь подставочку, чтобы наш шарик не укатился никуда. Я предлагаю вот такие вот стаканчики обрезать и просто зафиксировать наш шарик. А дальше мы берем наш фарфор, немножко на ушки, например, мы начнем с ушек. Чуть-чуть его отрываем и начинаем лепить ушки. Остальное обязательно мы ложим в пакет, чтобы не обветривалось. Теперь мы делаем ушки. Мы делаем 2 шарика, раскатываем. Одинаковой формы, так? Да, одинаковой формы. И делаем из него капелечку. И клеим его на наш ПВА. Дальше мы берем холодный фарфор и делаем носик. Делаем шарик. Чуть-чуть приплюснем его. И чуть-чуть опять же клеем намажем. А дальше мы делаем дырочки в носике.
чем это? Можно взять обратной стороной кисточки сделать, или можно взять палочки ватные и просто сделать две аккуратненькие дырочки. Теперь нам необходимо, чтобы наше изделие высохло. Надо ему хотя бы ночь полежать, но лучше сутки. Так как нам надо подождать, пока наше изделие будет готово, высохнет, я принесла уже готовое, сухое. Теперь нам необходимо его покрасить. Теперь даем немножко подсохнуть, и наша замечательная кружка готова. Чудово. Дякуємо, Анастасію, за такий цікавий майстер-клас. Я думаю, наші глядачі обов'язково спробують.